24 ноября прошел региональный этап Всероссийской олимпиады «Символы России». Олимпиада проводилась в двух возрастных группах – 8-10 и 11-14 лет. Организатором олимпиады выступила Российская государственная детская библиотека. Соорганизатором олимпиады в регионе стала Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека, в Новочебоксарске – Центральная библиотека имени Гагарина. Авторами вопросов олимпиады стали дети, победители всероссийского конкурса, составившие самые интересные и оригинальные вопросы об исторических атрибутах нашей Родины. Флаг, герб, гимн, штандарт и знак президента. Максимальное количество баллов, которые мог получить участник за выполнение всей олимпиады – 100 баллов. Площадками проведения олимпиады стали 8 школ и библиотека семейного чтения имени Николаева. После подведения итогов жюри определит по одному победителю в каждой возрастной категории. Эти дети будут представлять Новочебоксарск на региональном уровне.